Привет, мы на канале New Life, It's My Life. Теперь мама выступает. Всем привет, мы на канале Наша жизнь в Америке. New Life, It's My Life. Сегодня мы идем в нашу школу Anza Elementary School. У нас open house, по-русски говоря. День открытых дверей. Дети будут показывать свои поделки, которые они сделали за год. Ну и вы увидите, какие классы и все остальное. Вперед! И двигаем в Антошкин класс. Мы тут прямо графики какие-то. Это не наш. Где твоя картина, кто угадает? Которая подписана. Что ты тут изобразил, Антошка? Ну, типа, если я написал лиси, я мог сделать что-нибудь, чтобы save наш environment. Я бы получил электрик машину, чтобы я не буду air делать плохо. И здесь я сделал красную линию. Как будто она трансформируется. Трансформируется. Ну, потому что мама знает это. Когда Тенус использовал свой красный стон, он может менять вещи. Мама вообще Марвел. Типа я там положил. И это был маленький истер эгг. Этот камень там. Но за что скажу, у нас из бассета не помогают. Ну что, вперед? Там написано Castle. Чтоб люди поняли. Кто не понял, чтоб понял по подписи, да? Ну, заходим в класс. Вот там тоже. Вот там тоже. Окей, типа там написано, я не могу imagine life, peace, family, животных, время, шуток интернетных, клуб, торта, бежать, календарь, чипс, музыка, говорить, айскрим, ТВ, спайкс, номеры, друзей и бинбэк чирс, что мы из свободы. А да, и фри. Я думаю, что это моя лицо. Хаку, или если я найду свое ухо. Что это ваше? Это наш полон. Настоящее ухо? Может быть. Да настоящее, я родинки узнаю. Это прическа. Прическа? Антош, ты не папа сейчас. Да, я забыла. Типа мои... Волосатый как носинки. Типа я мои уши слушают вокруг меня, они помогают мне знать direction, они bullish, soft и tannish. И потом надо найти вот здесь. Ну что тебе объяснить? Вам надо почитать это все? Ну да, читай, я скажу. Это Антон. Саша, отходим. Окей, типа там написано, он как быстрый, как 5 читас вместе. Он имеет сердце из золота, потому что он очень хороший. Линия ему сказала, не иди туда. Но это из книги, Рафа. Его ноги
как Формула 1 wheels, те просто. Он веселее, чем light. Короче, это о том, чтобы учились выражать свои мысли. Да. Это есть книга. Ну, это книгу они читали. И потом зарисовали. Окей, потом смотрим наверх. Где же мое может быть? Вот оно твое. Да. Типа на левом написано, типа там написано never use joy crept into a pocket for the boy. Типа joy это который он еще не использовал, зашло ему в pocket, в карман. До того мальчика. Да. Сереж, мы отпускаем Катарину из Кэт Саншайн? Ну да. Она отпустилась. Подожди, а где она вас найдет? А как мы потом встретимся с тобой? Мы ищем тебя в кафетерии. Нет, она где-то будет рисовать. Наш генерал проскочил. Где флаг? На левой стороне. На левой? Это? Типа мы здесь писали про какую дату. Мы Йорктаун. Мы писали батл про Йорктаун. И я, если вы хотите, я могу это прочитать, но это будет по-английски. Давай. Окей. Чуть-чуть. On June 13, 1975. Да. Нет, это не Йорктаун, окей. On June 13, 1775, the Patriots learned that the British generals were sending troops to get unoccupied hills around Charleston. So Patriot troops crept onto Reed's Hill and worked all night building a fort to defend on June 1675. Then on the next day, both Patriots and the British fought hard. Вот это все, что я пишу. Молодец. Окей, теперь... Лучшие друзья вместе. Молодчика, пожалуйста. А где Эйджи? Ну ты там с Джейсоном. Антош, ну что ты? Пойдем, найдем твой пиратский корабль. Подожди, Антоша здесь еще хочешь показать. Есть фотографии. Вот. Антоша отказывается от меча, этого от меча. Да, вот здесь. Отказывается от меча, зачем? Да, потому что это... Потому что он не принял руководство на себя. Потому что мы закончили батл, и мистер Кинг Чарл, я забыл его имя, он пошел с Энди Во, второй в команде, чтобы получить, чтобы дать Sword of Surrender. И как я не хотел быть ashamed, типа я сказал нет. Окей, у меня еще одна. Где? Антош, я все пересмотрела. Окей, где-то там нет, окей, тогда мы... А, вот здесь, где выступает девочка, а ты фраг держишь. Ага. Ну там тебя плохо видно. Еще иди сюда. Окей, вот оно. Типа у нас есть это. Типа здесь это наше. Ваш проект. Да, наш проект. Типа вот здесь мы сделали наш айс. Ну, мы читали, писали про группы, типа, в Arctic, и, типа, вот это написано. Мы написали на бумаге, что мы будем читать. Антоша, я подозреваю, вот, да? Да. Ну, вот это наша демонстрация на всего. Типа, Inwood petting the fox. Потом, ну это имя, Inwood carving tools at a campfire, типа он делает свои вещи. Inwood fishing, типа он рыбы. Inwood rising slowly. Arctic fox carving a snow.
Потом, если мы играем, пойдем на твой деск, там можно сделать. Вот это мое. Здесь, типа, вот это моя фото. Ты вот это дальше вот с этим. Это Хэллоуин будет. Да, это моя Хэллоуин. Потом... Can I take picture of your Типа вот это мы делали свой октагон. Я, к сожалению, здесь неправильно калькулирую, но никто не заметил. Типа вот это я рисую красным, оранж. А потом я узнал, что нет еще оранж, типа я сделал желтым. Потом я вспомнил Earth, наша земля, и решил сделать как земля. Потом вот здесь... Это часы? Да, часы. Я так что у меня, что меня больше... представляет. The object that mostly represents me is a clock. It is a clock because I know when something is about to happen and at what time. If you tell me I have 5 minutes to finish something up, and 3 minutes later I would know I have 2 minutes to finish something up. Allowing me to remember how much time is left. Also, you know how a clock has 1 through 12 numbers and 2 meters. For example, the hands are pointing at 5, it would be 5 times 4 equals 20. It's like a multiplication. It's like a multiplication table for me, since I'm pretty good at math. That's how a clock represents me. Это твой космос? Да, мой космос. Скопсмос. Как же это красиво. Я знаю, спасибо. Я старался. Мне вот здесь это не понравилось. А что такое белое? Вот эти вот три штуки белые. Это космические кометы. Объекты? Да. Это очень красиво. Потом мы имеем Dog Bites. Ну, это когда наша собака... Да. Если вы хотите, вы можете это зачитать. Не читай, если тут отдыхаешь. Потом я имею вот это. Если я могу достать. Окей, вот так и сам. Типа, вот это моя scary story. Я получил 2-2-2-2-3-3. Потом это, как я прочитал, получил поза 3. Потом вот это моя scary story. Называется «Дома». Как ты это рисовал? Это мы... Куда мы ходили? Ну, извиняюсь. Оно почему-то это здесь взяло и зашло. Ну, не чувствую. Ну. Потом это вот история. Бла-бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Ты хорошо прочитал. Я знаю, мы все поняли. Бла-бла. Потом здесь это мой драфты все мои. Потом как я его хотел нарисовать. Это математический тест? Не, вот это ночью. Вот здесь я писал про мой... Ну, как мы идем... Как мы просто... Да, как мы... И вот это мой... Final... Это мой драфт. И это... Делал outline, да? Ну, одна. Да. Потом... Я говорю, вот это математический тест. Ну, я знаю, что еще делать. Ну, подожди, потом, помнишь, вот эта папочка, когда мы шли в UCLA? Угу. Наша фотка. Потом это мой месседж, который я send к Sony. То, что ты посылал в Sony? Да. В компанию Sony. У меня там были некоторые мистейки, но все равно я думаю, хорошо. Потом это наш тест, я получил с 3 с плюсом. Вот это все мои грузы. 3 с плюсом это выше был. Тройка да, вот это выше, а плюс это... А это что? Ошибочки. Ну это какие-то нарушения, да, они были, но их не так много у нас за год сколько? 4? А некоторые умудрялись за день получается? Это не считается. И это не считается. У меня две не считаются. Две даже не считаются? Ну, обычно одна была очень ошибочная, да. Мы очень гордимся вам тоже. Спасибо. Все тесты дети приносят домой, и родители должны расписаться, что они видели. Потом тоже на троечку, это тоже высшая оценочка. Вот это я рисую мой Out of My Mind мелодию.
типа мы писали, как она выглядит. Это мы еще один тест. Тест. Это почем? Это reading тест. 3 с плюсом, молодец. Потом топик 10 тест. 3 с плюсом. Молодец. Я только показал все три. Никому не говорите, о, блин, я сказала. Вот это мой... Я стараюсь еще вспомнить, что это. Квиз какой-то. А, да, это science quiz. Потом мы имеем вот это. Мой. Ну, мы остались вообще имеем три. Нет, просто три. Это три с плюсом. А, вот еще одна гринсоп. Типа у меня 5 гринсопов. Это ничего. 2 не считается. Типа 3. Можешь еще посмотреть. Мы пока. Потом имеем... Ну, это что я вам написала, чтобы мне аккуратно. Катарин, давай договоримся. Потом мы имеем наш магазин. Вау. А какой это? Типа я вот это сделаю. 6.45 потом... в кафетерии лучше. Давай кафетерии. В кафетерии мы пойдем. В кафетерии вначале, а потом за кафешку. Потом вот... Угу. Потом это мой 13 counties тест. Я получил 100% плюс, я получил 9 поинтов экстра. Ну, здесь учить мне надо было договорить. И потом вот это я... Здесь две вещи, но это был экстра кредит, типа мне не надо было, это правильно и неправильно. Угу. Но тем не менее, ну, и потом хорошо. Это еще один раз, который я получил 3 с плюсом. Умница. Спасибо. Молодец, мы гордимся тобой. Вот эти все мои вещи. Зайка, сразу же оба. Антошенька, а вот там что за фотография? Сейчас я покажу. Покажи, объясню. Это эксперимент? Ну, типа, первый эксперимент мы сделали вот здесь. И я стараюсь найти. Мне кажется, что там... Я думаю, я был абсолютно на тот день. Потом я вот здесь. Мы делали... магнитный какой-то. Ну, physical properties. Потом мы на этом тесте. Но я там. Мы смотрели, что... Что оно. Потом на этом мы... Как где? Нам надо было найти щигр, потому что оно в аду пошло. Короче, это было и химия, и физика. Твою... О, ну, да, уже пожарно. Потом я вот здесь. Угу. Потом мы смотри, найти properties про стекло и монетку. Саша, угу. Native Nano. Я вот здесь, да. Потом имели эксперимент про наши ресурсы и... Вот это я здесь. А потом... Стакан воды. Да. Мы стакан... Да, мы... Да, мы в аду и... Винегер и... Рейзен. И вот здесь мы... Потом вот здесь мы имеем... Мы смотрели, что добавляет массу. И я здесь я. И потом это стимфер. Типа да, вот это... Кстати, кто принимал участие, да. Тиамотив уже заждался, потому что он сейчас уже прям протушит дорожками. Вот это кто что? Потом вот это здесь мое. Земля в разрезе? Да. Блин, а сколько ты написал там? Как много. Спасибо. Ну вот это, блин, здесь случайно заглось. Здесь тоже. Ну вот понятно. И Антоша, все же работы после конца класса школу отдадут домой, да? Идем сюда. Да. Вот проблема. Мы говорили, почему видеоигры не должны быть спортом. Но я говорила, почему они должны быть спортом? И типа то там, да? Потом Hi, how are you? Oh, Pat, you pretty, huh? Nice. So enjoying everything in the room? Yeah, a lot of work. Hi. Hello, hello. I haven't seen you since. Нашел? Ага. Молодец. Типа, мы написали рейтинг про меня, про нас. Я написал, Антон, как ты вписал в лагерь?
Sibylla, Katarina, and Sasha. Lover of kickball, books cars. Who feels inspired, calm, lazy. Who needs love, help of spelling, sleep. Who gives help, kindness, silliness. Who fears the dark, flying heights. Who like to see Paris, no bullying, and no homeless people. Resident of Torrance and California, Papa. Я просто так прочитала. Потом у нас, где мои дети наши? Вот это наша. Какое же я нарисовала? Я вот это нарисовала. А, типа мы писали наш custom recipe, тот, который, конечно, не настоящий. Мы используем feelings. И да, мы делали, Вот так, а вот классно то, что... Класс 18-19 год. Это наш директор. Где директор? Ассистент. Директор и учитель, получается, да? Вот это наш. Вот такой вот пятый класс. Антошкина как-то медная картина такая вот давленная. Я старался, но у нас не было времени, потому что мы все время... Ну, то, что очень хорошо сделали. Спасибо. Потому что мы это все время делали танцы. И потом вот здесь наш скеджул, что мы как делаем. Расписание уроков, которые проходят в течение недели. Monday мы делаем бизнес наш, потом мы имеем language arts, потом мы имеем music. Потом мы имеем language arts and parents, math, EPE, Tuesday, social studies, science, math. Ну, математика у вас получается было каждый день. Что у вас еще? Social studies было два раза. Чтение два раза, наука два раза. Язык был постоянно. ПИ это физкультура два раза в неделю, письмо два раза в неделю. Ну вот такой вот, такое расписание уроков. И как и в Катаринкином классе тоже стоит вот такой вот сейф, в котором хранятся хромбуки. Они работают на хромбуках. И это, скажем, такое большое зарядное устройство для хромбуков всего класса. Вот это мой. А что ты здесь нарисовал? А мы рисовали наш мелкий бич. Мелкий бич. Типа вот это мой бич. Это океан, пляж и маяк. Да. Красота? Спасибо. He's adorable. You were so lucky. We love him. We love him. We actually really, all of us look at him. No, all of us love him. He's not going to summer school, I guess. So he's happy, right? I'm kind of sad because I was going to Jefferson, I think, for summer school. No, you know, they said they changed it. And now they took, instead of having you go to Jefferson, they're saying no, fifth graders are going to still go to elementary school. So you and your sister would have been at Towers. It was supposed to be here, but we're still... Oh, hi. Hey. But we're still doing construction here this summer, so they switched it, and now it's at Towers. But you guys are on the wait list, and I right, yeah. Oh, really? Oh, because what do we have for summer? They have to. You know how when it rains and the second grade wing flooded. Do you remember when it rained really hard, like right after? Все очень понравилось, было просто замечательно. И обязательно все эти вещи попадут в бокс памяти. И там будет выставлены работы некоторых классов, да? Или всех от классов? От каждого класса просто разные работы будут, допустим. От маленьких что-то. Но вообще у них проходит несколько арт-проектов в течение года. И здесь будут выставлены... Какие-то отдельные работы? Да, да, ну, отдельные. Да. Идем смотреть. Киндергарден. Идем искать киндергарден. Это не будки. Нам нужны цветы. А? Это не будки. Цветы были у нас в классе, наверное. Значит, здесь их не будет. Таточка, ты помнишь, что у вас
Наверное, надо по классам искать. Вот, пятый класс. Антоша, ты свой нашел? Я хочу одну вещь сказать. Так, вот Антошин цветок. Я хочу одну вещь сказать, который меня просто убил, когда я это рисовал. Я рисовал желтую линию. Угу. Вокруг этого все. Но когда я нарисовал, у меня кисточка все время шла на то желтое. Типа, и ты рисовал зарисовал. Антош, ну получилось очень. Вот это, что мы стараемся рисовать, это кто-то значит, рисует. Вот эту вот картину Антоша срисовывал. Вот с этой репродукцией. Ну, ты старался воспроизвести. Да. Это называется срисовывание. Идем попробуем найти. А где найдем? Сашенька, сейчас вот еще пойдем. Киндергартен какой-то. Я думаю, может быть, там? Космос? Саш, космос не может там быть? Так, пойдем, пойдем посмотрим, какой киндергартен. Сейчас, сейчас, Антош. Нет, там 4, нам нужно найти. Сашка вон нашел свой черепок, наверное. А, это мое. Я своя. Где, Саша? Как красиво. Можно я возьму так? Спасибо. А, не надо брать. Это Сашка сотворил. Очень красиво. Ну, кто-то так череп видит. Сереж, покажи, как видит череп. А? Вот Саша говорит. Вот. Все по-разному видят, каждый художник. Да, Саша, я не своя. И художник как может. А давайте четвертый класс посмотрим. Там есть... Вон четвертый там какой-то Саша. Класс есть. Второй. Но мне почему-то Саша кажется... А, кометы у Карины. Были. Там Саша, я знаю, где у него фал. Сашины цветочки были у него в кабинете. Вот 27-й. У нас 27-й же? Или 28-й? Нашли Катаринки на творчество. Это вот этот вот рисуночек. Ну что, получается, мы все посмотрели, да? Ну, наших детей мы посмотрели, и я думаю, мы можем выдвигаться. Показать, наверное, сами. Что там происходит? Да. Вообще. Сзади. У нас есть вот такие билетики, мы их покупали за 5 долларов, да? Но я не помню. За 5 долларов. Каждый за 5 долларов. Мы покупали каждый за 5 долларов. Эти деньги пойдут, ну, в школу. На благотворительность, ну, вернее, не на благотворительность, а это помощь школе, на нужды школы. Да, да. То есть то, что надо, вот, все, что вы видели, вся эта цветная бумага, весь этот картон, все эти краски. Есть этот пластилин, там, я не знаю, вот это вот металлические пластины, на которых они что-то делали. Все это школа детям дает, ничего приносить не надо. И поэтому вот эти вот благотворительные аукционы, они устраиваются для того, чтобы школа собирает на них деньги, для того, чтобы дать детям возможность творить. Да, да. Ну, потому что мы не были там. Вот для этого и проводятся эти вот такие большие... Становитесь замороженным своим. Благотворительный аукцион. Вот там мы будем получать мороженое. Ну и вот здесь вот можно что-то купить. Там какой-то вообще ресторан. Куда вы хотите, чуть-чуть. Там корзины выставлены. Можно сказать, выпускное фото выпускного Антошиного класса. Ну, да. Ну вот вы и посмотрели, как выглядит школа внутри, как выглядят классы, как выглядят детские работы, что они делают, как они учатся. Пишите ваши комментарии, рассказывайте, как проходит open house в вашем городе, там, в вашей стране, где вы живете. Бывает ли такое вообще? Да. Задавайте вопросы, мы будем рады ответить. Если вас что-то заинтересовало, надеемся, вам понравилось это видео. Увидимся. В следующем видео. До встречи. Вы были всем на канале. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Бай-бай. На канале Наша жизнь в Америке. Life is my life. Все, уже запомнили. Пока.